Верховный суд России оставил без изменений приговор Михаилу Соплинову. Сегодня Высший судебный орган Российской Федерации отклонил апелляцию Староскольца на приговор о пожизненном заключении. В своем инстаграме об этом сообщил адвокат потерпевших Юрий Шевяков. Напомним, в феврале коллегия присяжных заседателей единогласно признала Соплинова виновным в убийстве и изнасиловании двух девушек и незаслуживающим снисхождения. Затем областной суд приговорил обвиняемого к пожизненному заключению.